общем так, я просто кружу, я вижу, когда вы отстаете. Вы держите меня. Если меня не видите, значит держите того, за кем едете. То есть я уезжаю куда-то, увожу всю группу, дабы темп создать. Вы если где-то застряли, вы сразу за мной возвращаетесь. Не надо туда ехать, по той колее, которая это. Как только я еду, вот я же здесь рядом еду, чего вы сюда едете? Сразу на меня. Я от вас уеду, вы не волнуйтесь. Короче, как в догонялке играем. Да, вы должны, по сути, догнать меня. Все, не за соседом еду, а едете все за мной. Все. Я просто кружу, потому что я вижу, что теряется, я просто пытаюсь где-то круг поймать вас. А вы начинаете ехать по этой трассе, у нас темп сразу падает. Yeah.
Давайте база и карьер. База — это там, где беседка, да? Резина, конечно, передняя должна быть на бревнах. Что? Помягче, если по бревнам ездить. Да. Ну, один на один накачанный, ну и жесткий. По маленькому. Yeah.
есть. О, все, нормально, давай. Давай. На холодную самосвал. 3, 6, 9, 10, 11. Я 11. Что ты стоял? Да блядь, короче, Вадик, палки какой-то сбил. Палки в конце даже газа, там такие глыбы песка мне летят. И сам говно, сука. И в говно въехал. Поэтому два говна. Пизда тебе сегодня ночью. Пизда тебе сегодня ночью будет. Уже поссорились, блядь, не успели въехать. Я даже по хвосту проехал, мне тоже пизда будет. Так мне сейчас. А я второй проехал, это вообще пизда, блядь. Я еще он подымал, я его задел. Причем, понимаешь, и по-другому никак. Из этого макета дерево, блядь, все, и я уже стою в ней. Это от Антона, по-моему, твоему мотору пизда. Нет, это у Вадима штаны сзади порвались от страха. Блядь, это карта. Так выйди. Это у Антона, посмотри, он дымит пизда. Ну. А только ты не в курсе, что поршень надо менять? А, перекажи. Артём! Артём, если после такого прохвата у него, блядь, ну, дым хуярит из глушителя. Ну, зажигается труба, ёпки, есть до хорошего ходу, да? Масса растекается. Так это заебись, значит, наконец-то, да? Наконец-то хоть только завал. Живой? А? Живой хоть? Нормально.
Все заебись? Трындец. Нет, заебись, выглядел страшно. Ты знаешь, я вот заявлял, заснял после снял или нет? Нет, я выезжаю же все тут, блядь. Ебать. Наверное, я не такой, успел, думаю, ты я не такой, успел напрячься. Я такой, что думаю, когда заболит, блядь. Вадик, а ты смотри, что было слева. Просто пизда. Знаешь, что это такое? Скорость была четвертая передача, блядь. Бешеная, нахуй. Это большая куча говна, блядь, вот это вот. Я знаю. Прикинь. Ты был второй ютуба, блядь. Слушай, короче, у меня видел... второй раз такая хуйня. Я прям видел, как он почти головой взял. Вадим Эндуромастеру чуть в буса не уебал, блядь. Мотардом своим, блядь. Ну, то есть, уебаешься, падай, блядь. Ну, как бы, это ж дело такое, блядь. Понятно. Съебаешь от гаишников, будь готов, что, блядь, когда там... Честно, мне абсолютно не зазорно. Я поехал. Блядь, у меня не упадет никакая ни корона, блядь, я не знаю, ни хуй не отвалится. Серьезно. Ты меня не снял случайно? Вадик, у тебя... Нет, уже спрашивали, блядь. Что? Так, Александр. Он заехал и все, чтоб ёбнулся там.